Можно кичиться славой и властью. Можно научиться прятать свою трусость и слабость. В обычной жизни можно все. Ты пройдешь проверку на прочность, когда окажешься в открытом море. Ты узнаешь себе цену, когда будешь в большой игре. Проверку на прочность в этом сезоне проходят Россия, Америка, Китай, Казахстан. Кому достанется титул чемпиона? Ответ есть. Сильнейшему. Первый канал представляет. Большие гонки 4. Возвращение чемпиона. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Дамы и господа, четвертый отборочный тур. Америка. Сегодня в бой идет армия. Особую ставку команда делает на десантников, морских котиков. Элита ВМФ США намерена сокрушить соперников. Китай не может смириться с поражением в прошлых играх и решила пробовать новую тактику. Основа команды – гимнасты. Команда Казахстана набирает в игре обороты. Они уверены, что сегодня победу принесут боксеры и легкоатлеты. Команда России – актеры, спортсмены, мастера своего дела. Сплав таланта и силы. Готовы смести на своем пути все препятствия. Первый канал представляет. Большие гонки 4. Возвращение чемпионов. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Команда из России. Торнадо. Капитан команды, тренер команды Ольга Слуцкер. Пока мы едины, мы непобедимы. Сильная команда. Собранные хорошие спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира вообще. Вообще хорошие. Хороший коллектив у нас собрались. Поэтому я думаю, что есть за кого болеть, есть на кого надеяться. И мы верим в наш команду. И верим в победу. Русское имя не упадет, и опять оно будет на первом месте. Вот мы желаем удачи нашей российской команде. Держаться, ребята, держаться! Сегодня честь России в больших гонках отстаивает команда «Торнадо». Актер Александр Носик. Актер Михаил Мамаев. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова. Призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов. Призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Сильверстов. Чемпионка мира по художественной гимнастике Лейсан Утяшева. Многократная чемпионка России по легкой атлетике Татьяна Кононенко. Мастер спорта по легкой атлетике Светлана Рубина. Обладатель Кубка мира по спортивной аэробике Василий Козырев. Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Борис Станогин. Мастер спорта по рукопашному бою, инструктор по фитнесу Бекмирза Абдулабеков. Капитан и тренер команды Ольга Слуцкер. Эта команда сильная, потому что у нее и капитан Слуцкер, да? Поэтому они должны оправдывать свое название. Если они не оправдают, мы очень все расстроимся. Дорогие друзья, подбежали ко мне и тренер команды, и капитан. Девочки, скажите, пожалуйста, во-первых, а почему название команды такое? Торнадо. Такой ураган, который все сносит. Напор, мощь. Стихия, перед которой вообще ничего не устоит. Будем все сметать, все на своем пути. Вместе, так сказать, дружно сметем и игры, и соперников, и китайцев, и всю площадку. Да не стоит ничего сносить, надо расслабиться, победить спокойно и получить удовольствие, самое главное, от игры, как мы получаем удовольствие все здесь сидящие. Есть момент, который удивил меня и думаю, что наши телезрители. Я не думаю, что изначально ты была заявлена как капитан команды. Что случилось? Капитаном этой команды должен был бы быть Андрей Кириленко.
Но Андрей сейчас защищает честь России на крупных международных соревнованиях. И по этой причине он попросил меня заменить его сегодня на капитанском мостике. Ольга согласилась. И теперь впервые за 4 сезона больших гонок выступает и в качестве тренера, и в качестве капитана команды. Сегодня двойная ответственность, потому что Оля и тренер, и капитан. И она очень требовательная, ребята это знают. Но вообще команда очень сильная, хочу сказать. Я даже не знаю ни одного игрока, которого можно было бы назвать слабым. Пока мы едины, мы непобедимы! Россия! Россия! Команда Америки вызвала элиту национальной армии. Эти парни способны навести на противника ужас одним своим видом. Сильны американцы или это всего лишь иллюзия, покажет игра. Я думаю, что да, американцы, они достаточно, ну, серьезно подготовились к игре. Наверное, они самые главные наши противники. Конкуренцию создадут. Так, леди и джентльмены, вот все, кажется, и началось. Первый конкурс нашей программы «Воскресный рынок». Задача участников в этом конкурсе – пробежать по дорожке до подающего игрока, забрать у него фрукты и донести их до корзины своей команды. Проблема в том, что скорость бегущей дорожки постоянно увеличивается. Кто заявлен в первый конкурс? Он похож на все, что мы здесь видели, все, что связано с водой, с движущимся подиумом, но это совершенно новый конкурс, такого не было еще. Ты знаешь, у меня абсолютно было тоже такое же впечатление, как у тебя, я думаю, на собрании команды. Мы это новый конкурс, мы его не играли, и тут вдруг раздается голос Карины Азнаурян, как не играли, говорит, мне 3 шва заложили. В прошлом сезоне Карина Азнаурян очень хорошо запомнила этот конкурс. Именно там, на этом конкурсе, раскрыл свой подбородок. И конкурс очень сложный, очень травмоопасный. Но она уже попросилась стоять с удочкой, на которой будет привязана корзина с фруктами, вне вот этой бегущей дорожки. И вот самой красивой продавщицей на базаре. Бежать по дорожке будет чемпионка мира по художественной гимнастике Лейсан Утяшева. В 2002 году известная гимнастка получила тяжелую травму, но смогла вернуться в большой спорт. На дорожку также выйдет мастер спорта по легкой атлетике Светлана Рубина. Компанию девушкам составит призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Селиверстов. Мы легко пробежим, возьмем бананчик, потом поедим. Реально хочется сегодня почувствовать этот адреналин, что нельзя, я все равно делаю. Китай. 3, 2, 1. Итак, дамы и господа, начинается конкурс, и первыми заявлены китайцы. Нет, все, нет, не разрешают китайской спортсменке. Если слетела в воду или на островок, неважно куда, ты с дистанции снимаешься. Ой, какая казашка, дорогие друзья. Казахов, похоже, игра получается. Молодец, молодец, казашка. Кто у нас? Выходит наша Лейсан Утяшева. Ой-ой-ой, как выходит? Выходит сразу, сразу просто с места карьер бухнулась. И что меня удивило, не попыталась подняться наша спортсменка. Американцы, американцы, посмотрите, вот эта девочка, я ее очень люблю. У нее нет координации движений, у нее нет практически ничего. Прыг прыгает, да, ну улыбается. Американцы, это они, на самом деле, все здесь ходят, улыбаются. Очень цепко работают китайцы. Казахи на дистанции бежит тихонечко, попаивается. Конечно, здесь страх, потому что он знает, что дорожка сейчас начнет молотить с огромной скоростью. Набирает скорость, схватил бананы и не потерял. Ох, какой молодец! И вот сейчас опять час икс для России. Не вижу кто. Ага, вижу, Леша Сильверсов. 2 банана потерял, но все-таки парочку бананчиков в нашу корзиночку принес. Леша не зря уже ходил на рынок. Американский парень бежит, не получается у него. Но он совладал с бегущей дорожкой, запутался в веревке, пару бананов схватил.
Ну, сейчас. Ага, китайская девочка. Та-ба! Грохнулась прямо в воду, еще и, по-моему, там захлебнулась. Нет, не захлебнулась, просто пьет. Казахская девочка схватила спокойно, не потеряв равновесие, положила все в корзиночку. Вот моя любимая Света Рубина, вообще никуда не бежит. А вот сейчас доедет и наберет скорость. Смотрите, пак побежала. Светочка, она схватила целую связку бананов. Вот, дорогие друзья, что значит спортивное детство и юность. Света не пьет, не курит, не занимается там всякими излишествами. Поэтому она в прекрасной спортивной форме. Получается, у американской девочки игра. Она потеряла все бананы. Один за попку бананчик и держала. Все, конкурс закончился. Ликуют трибуны. Но расстроена ли Лейсан Утяшева? Она упала на дорожке. Возможно, сказалась давняя травма стопы, и поэтому российская гимнастка не принесла ни одного фрукта. Конечно, расстроилась. Как бы я спортивный человек, я привыкла добиваться успеха, да, мне хотелось делать что-то, да, но как бы не получилось. Сложно в конце, они очень быстро включают дорожку, она очень быстро бежит, и, в принципе, невозможно повернуться, увидеть, где ты там берешь. Только благодаря Карине, которая говорила, хоп, мы ее ловили просто на слух, мы так рукой хватали, но у нас все получалось. Я пыталась как бы помочь, говорить, что вот здесь, сейчас. Ну, потому что очень тяжело сконцентрировать движение рук, скоординировать все и увидеть это боковым зрением. Еще это все это взять, схватить и при этом не упасть. А болельщиков возмутили французские организаторы. На бегущей дорожке для разных команд они включали не одинаковую скорость. И у трибун есть подозрение, что французы подсуживали американцам. Это тот конкурс, когда французы по своему усмотрению ускоряют эту дорожку. Кому-то они быстрее включают, кому-то медленнее. Это уже не совсем честно. Я вам хочу сказать одно. Ускоряют, значит боятся. Итак, дамы и господа, подведены итоги прошедшего первого конкурса. Итак, эти итоги, я надеюсь, что вы видите на своих экранах. 4 балла Казахстан. Неплохое начало, прямо скажем. А всего лишь 1 балл Китай, 3 балла Россия, уже отставание от казахов, и 2 балла, да, Соединенные Штаты Америки. На второе место, но все равно 3 очка, здорово. Молодец, Лешка, спасибо. О, вот так мне везет здесь, на этих играх. Я знаю, что может быть где-то неудача и так далее, но по-любому я уверен, что в финал наши выйдут первые и победа за нас. Итак, увидите от экранов детей. Сумасшедший гандбол. Задача участников в этом конкурсе – забить мяч в ворота соперника. Проблема в том, что по площадке носится бык. Поэтому игрокам не просто атаковать чужие ворота и защищать свои. Вот перед следующим конкурсом ко мне подходят девочки, тренер команды, капитан команды. Да, новый, да, конкурс? Это получается? Абсолютно новый конкурс. В нашей команде только добровольцы выступают. Добровольцами оказались актер Михаил Мамаев, актер Александр Носик и призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов. У человека, который идет в клетку к быкам, мозгов вообще нету. Я думал, что я умный человек. Оказалось, что я просто безмозглый, глупый мальчик. Надо преодолеть в первую очередь волнение и страх. Потому что если преодолеешь его, то есть шанс здраво размышлять на площадке и обманывать быка. Россия! Россия! Я ухожу. Выпускайте быка. Оливье Ганян объявляет начало конкурса. Может быть, наши его пытают по ночам. От этого он все хуже и хуже ходит. Так или иначе, Америка и Казахстан начали сражаться. Одно название начали сражаться. Просто так гладит быка от страха. Бык не дает. Не дает шевелиться. Тем американцам уж как минимум. Смело американский парень сидит на заборе, пытаясь выковырять мяч. Казах также ретируется на забор. Ну не нравится американский мальчик французскому быку. У быка, по-моему, выпала вставная челюсть. Я обратил внимание. Ой, и без вставной челюсти здорово по заду достается казахскому спортсмену. Нацепили на спортсменов огромные вот такие вот животы и попы. Несмотря на все защитные меры предосторожности, если бык тебе попадает, то мало тебе не покажется точно. Уж если в лицо как минимум. Посмотрите, бык пытается вылезти за ограду. Ой, как получает американский мальчик. Ой, ой, ой. Да,
правильно говорит Оля Слуцкий. Ой-ой-ой. Она всегда говорит ой-ой, когда либо нервничает, либо просто находится в хорошем расположении духа. Посмотрите, бык просто не только топчет, ну, в хорошем смысле этого слова, американцев, но и покусывает его. Ох, какой удар получает в живот рогами американский мальчик. А теперь еще рогом между ног. Ну, это уже опасно. Это не по-мальчишески получать рогом сзади между ног. Это ужасно, дорогие друзья. Врагу не пожелаешь такой смерти. Сражаются и американцы, и казахи. Попадать надо, это я напоминаю вам. Попадать надо в ворота соперников, уж никак не в свои ворота. Спортсмены, как мне кажется, от страха метелят просто так, в сторону ворот, без разницы, куда попадут. Нет, правило обговорено. Посмотрите, как красавец, похож на американского какого-то хоккеиста, на грецкий. Был такой лучший, наверное, бомбардир всех времен и народов, грецкий. Все, звучит сирена. Ни американцам, ни казахам больше ситуацию переломить не удастся. Ждем наших и Виталий. А за кулисами меряется силами с американцами российский спортсмен Александр Носик. Не с теми меряешься, Саша. На арене с нетерпением ждут встречи твои знакомые быки. Как видите, у каждого спортсмена свой способ настроиться на игру. Главное, чтобы это был настрой на победу. Командный дух и флаги реют. Трибуны подают посыл. И вот с быками на арене сейчас я обо всем забыл. Мы победим. Всех победим. Саш, удачи. Главное, не подвергайтесь опасности. Сидите на заборе. Если вот такое... Давай, удачи. Главное, без травм. Россия! Россия! Ну вот и все, ну вот и все. Началось. Китай и Россия. Защищает наш ворота Михаил Мамаев. Ну, он сказал, что он хорошо защищает. Сейчас мы это и проверим. Играть у нас в ринге будет... Ну, ох ты, ой, простите, что я отвлекаюсь. Но для китайцев все. Мы прощаемся, дорогие друзья, с китайцем. С этим смелым маленьким человечком, который пытался противостоять быку. С травмами, посмотрите, хромая, плача, парень покидает, ой-ой-ой, какой страшный удар. Да, такие травмы просто так не проходят. Еще и костюм порвал, но за это, конечно, будут вычитать. Саш, Носик, аккуратно! Саша Носик аккуратно, кричит Оля Слуцкер. Я напоминаю, что играют у нас Носик и Носов. Ну, маленький Носик. Вы знаете, когда маленький Носик вырастет, он станет, конечно, Носовым. Когда вырастет Носов, он станет Ноздревым. Продолжается поединок. Припечатывает просто бык китайца к стене. Наши должны этим вмешательством... Надо было раньше объяснять, дорогая Оля Слуцкер, где наши ворота, где не наши. Саше надо по два, по три раза объяснять, что наши ворота трогать нельзя. Ты играешь не за Китай, ты играешь за Россию. Бу-бу получает Дима Носов. Да, видите, как важно перед игрой собирать игроков и объяснять им, что ворота воротам рознь, что ты обязан молотить не в свои ворота уж как минимум. Опять Носик в игре, не поним... ну, хотя бы понимает, откуда брать мячи, уже неплохо. Так, бежит, встает, прицеливается и теперь уже кидает в сторону китайских ворот. Вот так вот, после второго раза все стало на свои места. Бык выцеливает, ой-ой-ой, в лицо получает удар китайский спортсмен. Продолжается поединок. Что, время закончилось? А, нет, просто забили мы мяч. Ну, уже хорошо, уже хорошо. К сожалению, звучит сирена, к сожалению, для вас, дорогие телезрители, потому что это зрелище стоит дорогого. Все, все. Ну, хотя бы один мяч в створке китайцев и есть, значит, мы не сработали в сухую. Вообще, сегодня быки очень жесткие, но уже понятна тактика, что нужно в тот момент, когда наш человек стоит на тумбе с мячом, нашему вратарю отвлекать внимание быка, и тогда есть хоть какая-то возможность. Поэтому я думаю, что ребята это вот поняли к концу игры, и поэтому у нас есть забитый мяч. Саша,
и сюда. Да. Просто молодец, я даже сказал, что все отработали в десятку. Что для тебя неожиданное было? Ты уже много раз там был. Что на этот раз шокировало? Очень шустрые быки, реально шустрые быки. И Димка молодец, Димка сделал. Два раза сработали. Я, честно говоря, я лоханулся. Димка сделал, начали. Молодец, ничего, не расстраивайся, отдыхай. Все, что могли, сделали ребята. Через несколько секунд мы с вами узнаем результат прошедшего конкурса. Наши ребята молодцы, разработали вовремя тактику, какую надо. И смогли добиться успеха. Просто молодцы. Быки были в этот раз серьезные, бодливые. Все было по-честному. Самое обидное, что ты промазал, когда вообще заторопят. Он стоит, куб не стоит. Слушай, Мишка, Мамаев, ну ты просто герой, умник. Жертвуя собой, прижимая себе быка, молодец, супер. Мне кажется, Сашка быку понравился. Он просто хотел его поцеловать. Постоянно, когда он заскакивал. Я только хотел его спросить, куда? Если бы он мне сказал, может быть, я бы на это и пошел. Итак, дорогие друзья, подведены итоги прошедшего конкурса. И эти итоги неплохи для нашей команды. По одному баллу набрали команды Америки и Китая. Казахстан и Россия заработали по 4 балла. По итогам всех конкурсов, как отставали мы от казахов, так, извините, и отстаем. 8 Казахстан, 7 Россия, 3 Соединенные Штаты и всего лишь 2 балла Китай. Молодцы они так, не боясь. Так активно от него бегали. Молодцы, мне понравилось. Очень сложно, ну как вот там чувствовал себя в этой ситуации. Я бы просто отказалась от участия. Мы молодцы. Он сказал, что самый молодец. Супер. Дамы и господа, следующий конкурс. Живое море. Задача участников в этом конкурсе – пробежать по помосту, не расплескав воду, и наполнить резервуар своей команды. Проблема в том, что дорожка очень скользкая, а под помостом лежат игроки команд соперниц, которые изо всех сил мешают игроку бежать. Сейчас будет на самом деле жуткий конкурс. Не просто страшный и опасный, а жуткий. Впервые за 4 сезона в конкурсе «Живое море» под помостом наравне с мужчинами будут играть девушки. Это может быть очень опасно. Итак, тренер команды, капитан команды. Девочки, скажите, пожалуйста, да. В этот сложнейший конкурс, сложнейший, пускай он без быков, но я вижу, что все в мыле, к чертовой бабушке. Все в мыле. Специально они полили этим мыльным раствором, на котором невозможно не то, да. Что двигаться, просто стоять. Кто будет от нашей команды? Лежать у нас будут Таня Кононенко и Лейсан Утяшева. Компанию девушкам составят актеры Михаил Мамаев и Александр Носик. Спортсмены будут лежать под дорожкой в первом раунде. Буду бить сильно. Ну, как вы видите, все конкурсы достаточно опасные. Но в этом есть какой-то азарт. И самое грустное в этой истории, что так же трудно не только тем, кто наверху, а кто и внизу. Но, пожалуйста, без травм. Вот побежали. Побежали казахи и китайцы. Но я напоминаю, что внизу-то лежат наши. Наши не просто лежат. Наши лежат так, как лежат только настоящие герои. Ничего не получилось у здорового казахского кабана. Маленький китайский юркий кабанчик пытается, сморщившись, пробиться в сайте нашей девчонки. Просто еще языки показывает, удовольствие получает. Кто там? И именно на нашем спортсмене, я не вижу, кто это там лежит, кто-то из наших там лежит, именно на нем он споткнулся. Пошла казахская девушка, красивая девица, но красотой здесь не возьмешь. Те, кто лежат под этим мыльным, мыльно-пенным подиумом, им абсолютно все равно, красивый там наверху, некрасивый, вот, например, некрасивый, как этот китайский мальчик. А падает точно так же, как красивая казахская девочка, улыбается. Что ж ты улыбаешься? Вот этого я боюсь. По-моему, это тот здоровяк, который в одной из программ веслами бил наших девочек по ногам. Но сейчас ему достанется. Только он лег на хребетик, ему бах пяточкой снизу. Перестал улыбаться. Трясет пузом, идет вперед, пытается. О, посмотрите, что творит, а. Он и здесь пытается причинить боль игрокам. Я напоминаю, что все-таки большие гонки – это игры. И, может быть, не стоит уж так серьезно пытаться травмировать своих, ну, можно сказать, соперников. Ну, в общем-то, коллег, артистов, политиков, певцов. Китайский мальчик или девочка,
Ох ты, побежала. Побежала что-то китайское, упало что-то китайское. И ведь китайское дошло, дорогие друзья. Зачерпнул несколько капель воды и уже несколько бах и бах. Вот красивая казахская спортсменка. О, на таких ногах. Да зачем тебе эти большие гонки, деточка? Ну, в общем, и она. И деточка также решила и прилегла у входа на этот мыльный подиум. Ни наши, ни американцы не дают пройти ни деточкам, ни быкам, ни кабанам. Работают одинаково хорошо против всех. Китайская Масюся. Идет Масюся, улыбается с прической. Первый раз мама ей разрешила распустить косички. Она их распустила, сразу все угваздала. Идет, шлемом получила в бровь. Надеется просто выжить на этом скользком подиуме. Нет, не получилось. Нет, смеется. Господи, мама, я жива. Посмотрите, просто живого места нет на спортсменов. Казахский парень разгоняется, и вы знаете, его тактика приносит плоды. Что-то он донес. И донес. И это что-то, как мне кажется, очень и очень прилично. Да, поплавочек отклеился, и не просто отклеился, а в грязной французской воде взмыл вверх. Да, да. Нашим стоит напрячься. Китайская спортсменка без ведер, может быть, она за щекой несет воду, не знаю. Нет, без ведер уже просто без чести, без совести завершила дистанцию и рада, в общем, что выжила. Продолжается конкурс. Казахская спортсменка, по-моему, спортсменка, сейчас сзади посмотрю, да, спортсменка. Ее скидывают, в ведрах воды уже нет смысла бултыхаться. Ей говорят, покинь уже, дорогуша, подиум. Но она пытается. Вижу, наш Танечка Кононенко внизу лежит, красивыми длинными ногами толкает всех подряд. И, в общем, пока еще ни один не прошел через Кононенко. Вот, один прошел. Нет, тоже не прошел, тоже вниз. Ну что, время завершилось. Стоп, игра. Ой, бедная девочка, казахская спортсменка, хромает сильно. Что-то случилось. Да, растяжение, что ли? Аккуратненько. Вот вам показатель того, что надо, не надо быть расслабленным. Всякое бывает в этой игре. И тяжело тем, кто лежит внизу, тем, кто лежит вверху. Что случилось? Ой, блин. В первом раунде конкурса наша Татьяна Кононенко получила тяжелую травму. Она не могла даже пошевелиться. С поля спортсменку выносили на руках. Получила травму наша спортсменка. Тихонечко давайте посмотрим, что произошло здесь. Спортсменка наша лежит. Да. Давайте тихонечко посмотрим. Тяжелая травма позвоночника. Когда Танюшка работала ногами, на выпрямленные ноги, судя по всему, на выпрямленные, пришелся казах всем своим весом. И там получается динамический удар. Он идет через кости ног на выпрямленные, точно в таз и точно в позвоночник, в поясницу. В результате такого повреждения человек может никогда больше не подняться на ноги. Большие гонки, экстремальные соревнования. По прошлым сезонам спортсмены знают, что это не просто слова. И зная, готовы рисковать здоровьем ради победы своей страны. Таня просто, она очень боевая девушка, понимаешь? И с другой стороны, ну, как бы можно не щадить себя, можно вот отдаваться полностью борьбе. И остановить ее никто не может. Это сила характера, победить, понимаешь, быть чемпионом. Для нашей спортсменки была вызвана бригада лучших французских врачей. Они приняли решение срочно госпитализировать Кононенко. У Тани начали отниматься руки. И команда, и болельщики в шоке от случившегося. Все мысли сейчас, естественно, с Таней. Только бы все обошлось. Игроки других команд аплодируют мужеству российской спортсменки. Теперь ее здоровье в руках французских медиков. Расслабься, поплачь. Слава богу, французы, они все шикарно приняли. Мне просто не
немножечко не по себе. Я знаю, что такое травма позвоночника. Я там была, по мне в свое время прокатилась машина. Поэтому я знаю симптомы, я знаю, с чем это связано и как. И поэтому мне почему-то стало так страшно, наверное, страшнее, чем кому-либо. Играть будем дальше, но, честно говоря, настроение, конечно, более чем. Ну, вот у меня настроение и у всей команды просто ноль. Мы сейчас все там, все станем, потому что бедная девочка. Что сейчас с ней происходит, я даже не могу представить. Я уже, честно говоря, ничего не хочу. Дай бог, чтобы все хорошо закончилось. А вообще, конечно, в нашей команде царит плохое настроение. Все очень расстроены. Вот из-за этого несчастного случая, который произошел. Оказалось, что и у казахской команды не обошлось без травм. Спортсменка упала с дорожки прямо на асфальт. Что произошло? Что случилось? Они матрасы плохо положили, я прям в породел попала, прям копчиком села на голый асфальт. С высоты спустилась. Она же 6-летний момент, она на копчик упала. Один конкурс и сразу две машины французской скорой помощи на площадке больших гонок. Да, это игра. Но игра очень опасная. Им надо быть смелыми, храбрыми, ничего не бояться, рисковать своей жизнью, своим здоровьем. Это... Вот просто снимаю шляпу. Дай бог здоровья Танечке Кононенко. Мы будем надеяться, что все обойдется. Мы просто в это верим. Возвращаемся к игре. Во втором раунде от команды «Побегут» мастер спорта по легкой атлетике Светлана Рубина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян, призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов, призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Селиверстов, инструктор по фитнесу Бекмерза Абдулабеков. 3, 2, 1, вперед! Объявлен поединок для Америки и России. Красавец американский идет и сразу же пользуясь опытом казахов и китайцев, он сразу приносит несколько капель воды. А готовится Бекмерза Абдулабеков, готовится мощно. И падает тоже мощный, красиво. Прекрасно работают казахские и китайские спортсмены внизу ринга. У американки не удалась попытка. Идет наша спортсменка. Так, наша русская Юлечка Барсукова. Ох, одиночка Юлечка Барсукова. И тоненькая, и красивенькая. Ох, моя хорошая Юлечка Барсукова. Извините, расслабился. Не удалась игра у Юли Барсуковой. Американский крепкий паренек идет. И он доходит. И может быть даже пол капли воды он сейчас выльет. Посмотрите, выливает. Бах, он выливает чубчину за шиворот Оливье Ганьяну. Оливье вообще добрый старик, он всегда улыбается. Ему выльешь за шиворот, он улыбается. Наш спортсмен, Леш Селиверстов идет. И доходит Селиверстов с целым тазом, целым корытом выливает. И все, наша планочка взмыла вверх каждую капельку. Молодец, Леша. Американская девочка идет. Нет, ничего не получается. Может быть, какая-то ошибка в расстановке сил у американцев. Они послали на эту дистанцию хлорубких девочек. И Светочка Рубина двигается. Идет. Угу. У всех, у наших девочек шортики, а у Светочки Рубиной трусы. Золотые трусики России. Света Рубина, молодец. Какая умница. Ох, какая умница. И ведь она принесла, дорогие друзья, и много принесла. Посмотрите. Молодец, Света! Американская бабка-ёшка пошла. Баба. Это самая смешная бабка-ёшка после Георгия Милляра. Пошел Дима Носов, что-то там пытается шипеть. Бубух, нырнул Дима Носов. И
идет, идет, перекатывается. Нет, все, игры не получилось. Ну, хотя бы два ведра, две капельки. Нет, не дают ему. Вот, да, ему сказали, нельзя кувыркаться. Ну, что, правила есть правила. И они распространяются не только на американцев, но и на наших. Кто это идет? Карина Азнаурян. Она пускай расплескала воду, пускай бы задрались штаны, но она идет к финишу. Не получилось, да. Но конкурс завершен. Нам остается только ждать, сколько же воды из нашего сосуда не утекло. Конкурс «Живое море» стал для нашей команды настоящей проверкой на прочность. Мало того, что травму получила Татьяна Кононенко, так еще и французские арбитры судили явно несправедливо. Ну, а меня больше возмущало не столько, как бы, ну, правила есть правила, уже установленные, а как вот неправильно судят, американцы бегают по краю, им это, как это сказать, прокатывает, что ли? Единственное, обидно было, что американцы по краю ходят, им это сходит с рук, а когда наш Дима прошел, в принципе, жестко, но прошел, ему не засчитали, но все равно мы выиграли. В конкурсе «Живое море» меньше всех баллов набрал Китай. Всего один балл. Два балла заработала команда Казахстана. Три балла у Америки. Победила Россия. У нас 4 балла. Но какой ценой? 10 баллов по итогам всех прошедших конкурсов Казахстан. 11 баллов Россия. 6 баллов Соединенные Штаты. И всего лишь 3 балла Китай. Я пыталась встать, я боролась. Ой. Очень тяжелый конкурс. Я скажу так, что здесь все конкурсы все очень жесткие. То есть я первый раз на гонках наблюдал это все по телевизору. Мне казалось, что ну, веселые старты здесь. Здесь все на самом деле по-честному, все по-серьезному. Итак, за моей спиной готовится следующий конкурс «Халахуп». В этом конкурсе один игрок держит обруч, сидя в бочке, а второй заманивает быка. Победит та команда, сквозь обруч которой животное пройдет максимальное количество раз. Ну, мне кажется, что уже как-то, наверное, уже все над быком, потому что как-то уже настолько привыкли к этому. И наши ребята в особенности. Добровольцы есть? Я. Ушел. Девчонки издеваются над нами. Мы берем все на себя. Да. Может, мне в бочку сесть? Нет, девочки давно не пускают. Так, у тебя что, хочешь сесть в бочку? Отдай, как хочешь? Да. А Барсукова будет прыгать в халахупе. А Барсукова просто будет шпагат делать. Бык пробегает, оп, шпагат. Оп, в другую сторону. Все. То есть вы серьезно сейчас обсуждаете возможность участия у Тяшева и Барсукова в этом конкурсе? Ну, будет хорошо смотреться. Бык будет оторопевшим. Он увидит девушек среди всех мужиков. И все слова выберет. Он даже вообще внимания не будет обращать. Конечно. Такие женщины на арене. Он будет галантно, говорит, только после вас. Всех просто. И будет как ручной вот так вот ходить. Была бы моя воля, я бы вышла с быками, разобралась. На два хлопка, честное слово. Девчонки, к быкам! На арену к быку отправятся призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов и инструктор по фитнесу Бекмирза Абдулабеков. Все в сборе. Казахстан, Россия, Америка, Китай. Нет только быка. Выпускайте животное. И сейчас на арену выходит бык. Ой-ой-ой, нет. Извините, я ошибся. Он не выходит. Он выбегает, снося пламенем изо рта все, что он видит на своем пути. Задача проста. Как можно большее количество раз заставить быка пробежать через свой холост. Молодец, Дима! Ой-ой-ой. Приварил нашего спортсмена бык к забору. Задача бегающего спортсмена как можно больше раз быка в этот халахуп заманить. Потеряли наши ребята халахуп, бык просто в нем запутался. Хватает бочку с американским спортсменом. Да, не шуточный удар. Американский спортсмен не показывает признаков жизни. Посмотрите, какое животное. Даже организаторы от него убегают. Ой-ой-ой. Если вы слышали, дорогие друзья, с криками. Китайский мальчик в бочке теряет просто сознание. Опа, американцы играют хорошо.
Да, пошла игра у наших ребят, если бы не одно. Но падает наша бочка, и по голове рогом получает человек, сидящий в бочке. Да, такие удары просто так не проходят. Внутри бочки сидит хороший наш игрок Бекмерза Абдулабеков. Муся, этого быка зовут Муся, я его очень люблю. На самом деле очень добрый, любит мясо и изюм. Муся, иди отсюда. Муся меня только слушает. Иди в наш халахуп. Муся идет в наш халахуп. Но я не могу постоянно ему это говорить. Муся, иди в наш халахуп, иначе меня просто обвинят в подыгрывании. Опа, пошел. Папа! Вот это удар получил американец, да. После такого удара, конечно, с забора слезть практически невозможно. Волтузит просто, Муся волтузит бочку с американским спортсменом. Копает, копает, посмотрите, землю. Это страшное животное. На самом деле, родственники Муси в прошлом кроты. Ой, какой удар от крота Муси получает наш спортсмен. Демонозов. Все, поединок завершен, и нашу бочку напоследок французский бык сбивает. Какое количество раз бык пробежал через тот или иной халахуп, пускай считают рефери, мы с вами лишь ждем результатов. Кто грамотнее работал, я считаю, что наши. Единственное, что здесь была доля везения другим командам, то, что бык в основном как бы находился в другой зоне. Поэтому приходилось ребятам рисковать, и Димка Носов, он, конечно, очень отчаянно себя вел. Но, как бы, к сожалению, все равно вот мы оказались, по-моему, на втором месте в этом конкурсе. Ну, такая судьба. В конкурсе «Хула-хуп» команды набрали следующее количество баллов. 1 у Китая, 2 у Казахстана, 3 у России. Победу в этом конкурсе одержала Америка. 4 балла. По итогам всех, естественно, конкурсов. 10 баллов Соединенные Штаты. 4 всего лишь балла Китай. 12 баллов. Очень хороший результат казахи. И 14 баллов Россия. Я на самом деле, я чуть с ума не сошла. Я прыгала, наверное, выше, чем ребята от этих быков. Это, конечно, не для слабонервных. И я понимаю, что здесь проявляются какие-то экстремальные качества, которые не достает в жизни даже спортсменам. Итак, дамы и господа, следующий конкурс. Гонка сырков, простите. Гонка сурков. Задача участников – съехать с горки, добежать до площадки, сорвать червя и, опередив соперника, первым забраться в домик. Проблема в том, что костюм сурка очень неудобнее, а домик стоит на вращающейся поверхности. В конкурс «Гонка сурков» от нашей команды идут опытный гонщик, актер Александр Носик. И призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Селиверстов. Мне кажется, я лучше бы хомяком был. Думаешь, вроде нормально. Тебя на хомяков потянуло. Лингвистическая справка. Сурок на больших гонках также известен под именами хомяк, хорек, суслик, мышь, бобер. Грызун размером более 2 метров. Изготовлен из резины. Очень нравится девушкам. Носику просто в открытую пристает китайская телеведущая. Безобразие. Конечно, наши мальчики здесь пользуются колоссальным успехом. Сделай ее, сделай! Начинают Китай и Казахстан. Вперед! Итак, начался забег, заплыв. Просто, ну, французы называют это сурками. Я бы назвал это йети. Это непонятное, страшное животное. Просто заплыв убожеств. И казахское убожество первым выходит на дистанцию. Посмотрите, американскому сурку, простите, китайскому сурку не удается даже выкарабкаться из бассейна. И это, в общем, уже навевает на нас некий ужас. Выживет ли китайский сурок? Посмотрите, ошибку совершил казахский сурок, и китайский, придя последним, первым использует возможность. Бах, падает. Вот он у наших ног. Сфотографируйте скорее, я и китайский суслик. Ребята, суслики на место.
смеются наши, смеются Лена Яковлева. А смеются почему? Потому что непонятно, суслик, сурок. Ну, мы их называем просто животными. Казахская живность уже буквой Г пытается вскарабкаться. Все, все, да, да. Казахский сурок выиграл. А теперь стартуют Америка и Россия. Итак, вытолкнули нашего Лёшку Сильверстова вместе с американским сурком. Сурком или хорьком, да, какая разница. Сильверстов набирает скорость и вырывается вперед. Американец свистит, сидит на хвосте у нашего суслика. Прекрасно проходит свой этап дистанции наш хорек. И теперь дело за малым. Найти дырку. Ну, дырку в хорошем смысле слова, дырку в доме. Не получается это у Сильверстова. Американский хорек уже... Посмотрите, что происходит. Ушел Дон, там драка! Там драка! Такого еще не было, дорогие друзья! Это самое кровопролитное шоу сегодняшней ночи. Это большие гонки 4-й сезон. Господи, я думал, что самые сложные конкурсы – это конкурсы с быками. Нет, оказывается, сурчачьи бои гораздо опаснее. Америка победила в этом забеге. Американский стадион ликует. Я не понимаю, в чем дело, почему-то победа отдана американскому сурку. Я не понимаю. Если домик упал, то почему не было дано еще одного старта? Почему проигрыш нашему сурку? Ликуют. Просто рвут на части стадион американские болельщики. Что произошло? Что произошло? Почему при падении домика победа отдана была мышке из Америки? Просто потому, что он говорит, любой же мог бы вылезти. Вылез американец, если бы русский вылез, мы бы ему победу отдали. Силовая борьба, домик упал. Ну и что? А чего он не вылез? Вот ответ. Потому подсушивают. Мне кажется, вот что-то какое-то такое... Раболепство перед Америкой. Не надо этого, ребят, делать. Они сами себя выручат и сами себя заслужат победу. По-моему, сейчас подсудили американцев. В конкурсе «Гонка сурков» 4 старта. Сурки, проигравшие в первом и втором забегах, будут бороться за третье место в третьем забеге. Сурки, победившие в первом и втором забегах, будут бороться за первое место в четвертом забеге. Раунд «Россия-Китай». И следующий забег выталкивают китайского и, по-моему, нашего спортсмена. Мне кажется, что это... Да, ну, это взрослеющий Саша Носик, принимающий участие практически во всех телевизионных шоу мира. Прекрасно Саша бежит, сразу же вырывается вперед. Посмотрите, туловище на Сашиной фигуре, сурчачье туловище смотрится гораздо красивее. Бах, падает, но ползет к норе в красивой позе. Да, посмотрите. Носик лучше. Ничего не смог противостоять сурок соперник. Первой была Россия. Самые крутые бобры у нас. Они очень классно бобрят, залезают в норки, бегают, катаются с горок, плавают, прыгают. Преодолевают любые препятствия. Самые лучшие бобры в России. Меня дико волнуют две вещи. Первое, техника безопасности, которая не соблюдается. И второе, короткие штаны. Когда я бегу, они сползают вот так. Как так можно бегать? Ну скажите, мне выходить с моим подтягивать. Ну тоже брать червяка. Я брал себя. Настроение у меня, дорогие телезрители, улучшилось, потому что только что мы получили звонок из больницы. Таня... чувствую себя гораздо лучше, она пришла в себя. То есть врачи считают, что это был сильный болевой шок. Ее отпустило, руки, ноги она чувствует, шевелит пальцами. То есть самое страшное, о чем даже не хотелось говорить, мы уже не рассматриваем... У всей российской команды улучшилось настроение. С Таней все в порядке. И мне кажется, что за первое место начинают бороться Казахстан и Соединенные Штаты. Кто решил, что именно они должны бороться за первое место? Ну, черт его знает, французским организаторам виднее.
и та, и другая команда проявила себя очень и очень хорошо. Поэтому, наверное, это справедливо. Чуть-чуть опережает казахское животное и пробегает мимо колбасы. И то животное, и другое. Вот за хвост бы схватить, и все. Опа, опа. Оба нацелились на норку. Прилип, практически прилип к дому казахский. Хорек, посмотрите, что он творит, висит. Американский не может даже встать. Все, все, казахи первые. Американец терпит фиаско, вот в такой вот позе он лежит. Хочется сказать ему, американский сурок, вставай, для тебя все закончилось. В конкурсе «Гонка сурков» Китай заработал 1 балл, Россия всего 2 балла. Нас опережают Америка 3 балла и Казахстан 4 балла. По итогам прошедших конкурсов команды набрали следующее количество баллов. Китай всего 5, Америка 13 баллов, 16 баллов Казахстан и 16 баллов Россия. Впереди конкурс «Горки». В финальном конкурсе «Горки» трем участникам от каждой команды предстоит с помощью шеста подняться на вершину горки. Игроки стартуют с разных позиций, в зависимости от того, сколько баллов заработала команда в предыдущих конкурсах. Участник, который придет к финишу первым, принесет своей команде победу в сегодняшней игре. Если вы обратите свое внимание на американских парней, которые будут защищать честь Соединенных Штатов на финальном рубеже, вы немножечко крякнете, как это сделали мы. Идет тренер команды и капитан команды. Оля, за нашей с тобой спиной стоят не американские спортсмены, просто буйволы. Они сухие, абсолютно свежие, выспавшиеся, и встают на палочки. Ты знаешь, может быть, они свежие, может, они выспавшиеся, но у них нету самого главного. Боевого родины, опыта. Родины за спиной, да? И у них нету такой родины, которая есть у нас, и у них нету боевого крещения. Посмотрим, смогут ли они совладать с нервами, не нарушить правила. И еще пройти эту гору очень и очень быстро. Специально для этой игры американцы вызвали элиту армии – десантников. Прошлые состязания Америка проиграла. Амбициям команды нанесен серьезный удар. Главный конкурент для них – Россия. В этой игре мы тоже обходим США по количеству баллов. Но сейчас это уже ничего не значит. Нужно не опасаться, а нужно просто иметь в виду то, что у нас серьезные соперники, о том, что это и есть соревнования, спортивные соревнования, очень жесткие соревнования, и как бы быть все время в тонусе, наготове, нельзя расслабляться. Давай по фамилии наших героев. Первым добивать дистанцию будет Бекмирза Абдулайбеков, второй будет... Извини, вы слышите, какую поддержку стадион оказывает своим американским болельщикам? Продолжай, Оля, спокойно. Да, мы спокойно продолжаем зачитывать имена наших героев. Второй Вася Козырев и третий Борис Таноги. Вот, вот такие ребята будут у нас выступать против этих морских котиков. Все сейчас зависит от нас, и мы приложим максимум усилий. Просто 200% за победу. Россия вперед! Внимание, прошу атлетов занять свои позиции. Все спортсмены занимают позиции на изготовке от России Бекмирза Абдулайбеков. Через несколько секунд будет дан старт. Итак, старт, дан. Бекмирза рвется вперед. Казахский спортсмен не отстает. Вровень, секунда в секунду. Спортсмены заканчивают дистанцию. Василий Козырев подхватывает эстафету и несется вперед. Да, американский атлет. Как мощно идет. Наш спортсмен тоже не сдает позиции. Несколько отстал казах. Американский спортсмен первым завершает дистанцию, и американец начинает штурмовать олимп. Боря Станогин пытается настигнуть его. Ему это удается. Ну, последние секунды. Нет, не получается. Америка на сегодняшний день празднует победу. Это была жаркая битва, и я поздравляю Америку с первой победой в больших гонках четвертого сезона.
Нет, ну, на самом деле, совершенно очевидно, что практически вышли мы вперед. Ну, не повезло. Здесь можно говорить, не повезло. Хотя везет сильнейшим, понятно. Нужно уметь проигрывать тоже. Не всегда же нам. И пусть порадуются американцы. USA! USA! Сегодня недооценили Америку. Увы, выигрыш. Потеряли бдительность. Я считаю, что потеряли бдительность. У нас был сильнейший соперник, и казахстанская команда, и американская команда показали хороший спорт. Поэтому я поздравляю и будем ждать наших побед в следующих. Ну что ж, слова и иллюзии гибнут. Надежда остается. Мы надеялись на победу. Надежды оказалось мало. Самая главная радость сегодняшнего вечера для нас, что наша спортсменка Таня Кононенко жива и здорова. Все остальное – это лишь игра. Не надо об этом забывать. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока.